я всегда покупаю, делаю и хожу, куда мне надо. Наверное, на отпусках, на экскурсиях, на путешествиях, хотела сказать. А так, на еде не экономим, это точно. Я вообще на всем. Если честно говоря, я работаю на трех работах, потому что у меня ипотека 22 тысячи, плюс коммуналка 2 тысячи, и 1500 надо за домашний телефон заплатить. Экономлю я на проезде, я езжу на велике. На еде тоже покупаю дошираки, самые дешевые в фикс-прайсе. Вот, как бы стараюсь на всем экономить. Так что, ну в основном, да, на проезде экономишь, потому что реально проезд 25 рублей, это сильно жестоко. Экономлю на проезде. Проезд дорогой. Больше ни на чем не экономлю. Я стараюсь покупать нормальные продукты. По крайней мере, пока что, в принципе, финансы позволяют. Ну, допустим, одежда – это уже гораздо, ну, больше вопрос. То есть покупать или не покупать, здесь уже как бы вопрос встает. Ну, соответственно, более дорогие предметы, тем более.